Так. Значит, я Сергей Павлович, помогаю общественной организации «Ласка» в отлове бездомных собак. И вот изобрел вот такую клетку-ловушку. Значит, они такие продаются в зоомагазинах. Вот сюда вот поставь. Вот сюда вот. Вот. Очень удобно, вот сюда, что... поближе, 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 вот сюда вот. Вот тут они где едят. Но она складная. Может легко войти в автомобиль. Значит, продается в зоомагазинах такая клетка. Ну, стоит примерно 1006. Вот, как она работает сейчас? Это в магазине продается? Да, такая клетка продается в магазине. И сколько она стоит? 1006. Как? 6000 примерно она стоит. Ой-ой-ой, так а зачем она нужна? Такие, в таких клетках собак перевозят. На соревнования там или дома держат, чтобы они там не... Где, не... Вот. Вот она раскладывается. Ну как придумали? Кто-то же придумал. 6000. Да. За 6000 это моя пенсия как раз. Клетка потом это ставится на бок, чтобы дверка вот эта сверху падала. Вот. То есть рядом никого не будет. Да, можно ее оставить, что никого и не будет. Премудрость какая. Так, здесь. Так надо вон туда подальше маленько, Сережа, давай тогда. А куда подальше? Вон туда подальше. Наши. Куда будет? Вот, вот, все. Так, сейчас где-то подрегулирую. Давай. Да. Вот это вот регулируется. Чтобы она раз, видите, так, опускается. Мы сейчас еще половим и сразу отпустим. Конечно. Ну, если они еще и зайдут, они такие умные, могут и не зайти. Ну, вот она раз закрылась и уже никуда не дается. Сама. Иди сюда, вот сними. Вот она как. Вот собака, когда заходит. Подними ее. Вот она опускается раз. Вот одна защелкнулась, вторая нет. Значит, я немножко ее чуть-чуть приподниму. Вот, проверяем. Оп. Вот они две защелкнулись. Что делать, а? Ну иди сюда, иди, иди. Иди скорее. Ну открывай вот. Скорее. Дайте мне кусок один. Да. Давай. Вот. Им сначала дать надо понюхать. Вот она. Ну-ка. Вот. Сейчас. Пока не надо ничего, Игнатий. А? Не надо пока. А не надо. Она может это раньше захлопнуться. Как? Не надо. Это уже проверено. Собака здесь берет, раньше захлопывается, собака пугается. Надо, чтобы она там взяла. Вот подержите пока вот так вот эту клетку. Вот. Здесь такая прищепочка. Вот уже один раз дал. Но. Уже. Сейчас, мои хорошие. Ну, надо маленько хоть по одному дать, задержать-то их. Не надо, не надо, ничего не надо. И потом еще сама она закроется. А как ее отцепить-то, чтобы закрылась? Вот. На удавочку делаем. Все. Так и, надо рядом бросить. И уходим. Сейчас они сами зайдут. Я здесь можем дать? Не надо, не надо, не надо. Вот смотрите, вот она собака ходит вокруг. Но ему надо туда бросить. Не надо, он... Стойте пока. Сейчас вон та черная, посмотрим. Подожди, подожди. Вот она ходит, ходит, ходит. Сейчас, 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 сейчас. Так, дальше. Он сейчас веревочкой съест. Вот какой. Так, я там неправильно сделал. Вот он подправляет. Он на месте сел с веревочкой. Ну вот я неправильно там заправил, надо было это. Ну ничего, ничего, ничего. Сейчас я сделаю. Так, теперь большое идет. Скорее.
Я тут не просто немножко не так положил мясо. Его нужно вот сюда вот положить. Вот. Сейчас попробуем. Дубль два. Так, тоже. Подвинь маленько-то. Так, подожди. Ну смотри, что второй раз у тебя не было ошибки-то. А то мясо не наготовишься на вас. Ну кусочек там маленький, да. Давай, если большие собаки сейчас придут, этих прогонят, а сами не залезут. Ну сейчас еще раз попробуем. Это не так-то просто. Ну-ка. Иди туда. Вон туда, иди. Иди, ешь. Ну, иди, ешь. Иди, ешь. Вот он хороший. Да, ешь, иди. Вот он как, ему надо поесть. Вот уже опаска у него. Вот надо же, придумали вы. Тут самому не придумать такую штуку. И главное, перевозить-то легко, складывается. Вот еще что важно. Угу. Так ловить только по одной собаке. Ну конечно. Двух и уже не поймать сразу. Так они ее там внутри-то не могут опрокинуть? А? Опрокинуть-то не могут ее? Ну. Вот хитрый какой, а. Туда не заходит, видишь, умный такой. Они собаки, которые бродящие, они очень умные. Которые не умные, их подавила машиной уже. Ну все, они около меня стоят. Мне надо уйти отсюда. Ну, может быть. Они от вас ждут. Дайте мне большой кусок еще. Кто там? Да, выбирай. Маленький. Ну это отсюда не закинуть и сами закрывать. Да можно и так, конечно. Но мне охота, чтобы вот это вот работало. Ну я хотя бы по одной-то дам, чтобы они знали. Не надо. Вы сейчас дадите, она уйдет. Здесь захватим. А подвинь подальше, чтобы он не взял. Ну, тебе еще веревочки нет, что ли? Ну, есть. Да. Это долгая музыка. Пленки не хватит. Ну, пока можешь выключить. Ты все обдумал, а вот это не обдумал, как привязывать. А, это длинная веревка. Ну, еще опрокинуть клетку. Эх ты! Да! Конструкция несовершенная. Обыкновенная веревочка не можем сделать. А собрались воевать со всем миром. Видите, Сережа, я тебе говорю, сделай вот так вот. Подними ее и вон туда подальше маленько встань. И отпусти ее, когда он зайдет туда. Убери эту всю премудрость. А вот я тебя оставь только. Хорошо. Видите, кусок положи. Я ее давал. И вот эту прищепочку они сломали, а сделать не сделали, а я не посмотрел. Тот ушел, вон он подошел, он уже не подойдет. Остались только эти двое, а эти самые хитрые. Вот эти меня в КГБ сопровождали-то, сели там и никого не пропускают. Они между собой дружны. Отойди рукой, держи. Ты хоть завтракал, нет? Да нет, конечно. Пока кусочек привяжешь, я гляжу, ты так оголодаешь, время великого поста, сам будешь жевать эту свинину от голода. Ну. Давай сейчас. Идите, вас там ждут, вот там, идите. Я ушел. Вот он меня толкнет. Мне сказали не давать, он Сережа главный, не я.
Слышь, покажи на меня такой. Ну, какой-то, если не сказать, куда направить, или он собака идет как-то. Ну, маленько там будет подвижнее. Ну. Вот любите вы учитель, Настя Тихонович, а вот самому сделать. Я могу свободу дать кусочек и туда бросить, чтобы зашел. Бросайте. Я ничего не понял. А? Бросайте, бросайте. Давай. Давай. Вот она где моя хорошая. Вот она где. Ну-ка. Вот она где. Бери. Вот она где. Ступай, ступай, вон она. Ну, мешок-то надо спрятать, они увидят, что у вас мешок. Вы покажите, что у вас ничего больше нет. Давай. Давай. И все, все, я ушел, ушел. Очень умные собаки, очень умные. Их так просто на мякине не проведешь. Нет у меня ничего, нету, все. Вот она. Я хороший. Как бы нож-то убрал. Ой-ой-ой. Но они не понимают, что там мясо-то. Вот они, и они ждут, что все равно я им что-то дам. Он для меня прячется, самый смелый вот этот вот. Смотри, сколько набросали. Я думал, ты быстро сделаешь, уедешь, а тут на меня уже все смотрят. Скажет, кормилы для того, чтобы переловить. Ну что, что такое? Живодер. Я чего не хотел, потому что никого не было раньше. Ну, тут-то было. Сейчас люди пойдут оттуда, который мужик всегда сидит здесь. Сейчас Митрофан выйдет. Вот этот он самый трусливый, а самый смелый вот этот. Самый смелый, когда их не было. А когда они здесь, они как огня боятся. Это сегодня первый раз он здесь. Когда они здесь, он вон там около забора и сразу куда-то между деревьев прячется. Они съедают все на своем пути, вот эти двое. Самые смелые. Для кого такая клетка предназначается? Я спросил, ответа не слышал. Ну вот видите. А? Ведь видите для кого? Для собак, что ли? Да, на воле, на... Это кино снимается, кино. А, ну понятно. Так, нашла. Ты даже это не сообразил, что она достанет. Ну какие же мы после этого? Вон она, жует. А это думает, как же так, без меня. Иди, иди, кушай, кушай. Надо его направить сюда, он пойдет. Она покушала. Ой, умница, молодец. Вот какие мы воевать собрались, с кем? Собак-то можем победить. Тут надо написать, как не на... Как нужно все сделать, чтобы никто не поймался. Заголовок. То есть вот это вот нужно будет не заварить. Или туда в угол. Туда, в тот угол. Ну видели смысл-то какой? Смеяться-то нельзя, великий пост, а смеемся стоим. Собак на грех наводим мясо. Фу! Она, видишь, как бьет? Фу! Фу!
Они его заедают. Он первый раз не убегает. Ты чего он осмелел-то? Они же задавят его. Двое. Они вдвоем дружи кидаются сразу. Так, подержите пока. Там большие сбоку-то дырки-то почему-то. Ну, потому что это дно. А? Что дно? Не пойму. Дно. Это днище клетки. Клетка открывается в сторону, просто чтобы для удобства. А-а-а. Потихонечку отпускайте. То есть она не рассчитана так, клетка, чтобы... Поднимайте. Нет, брат. Это все делать надо дома было тебе. А вот небось тут не пройдет. А вперед думать нам это заказано. Ну, а идите сюда, идите. Она достала через эту дно. Теперь я понимаю. Она сбоку эту. Пускайте. Все, пускайте. Ну теперь те-то два-то убери, она будет брать-то то. Те-то две убери. Оставляю одну. Ну, что такое? Идите, ешьте. Я уйду, они ко мне лезут. Никит, зайди сюда, в забор, отсюда поднимай. Ты напугал уже всех. Веду птиц, ты мне говорит. Не расставляется сеть. И Саня об этом говорит. Здесь главное не в клетку заходит, а чтобы все сработало, чтобы и в клетку зашло. Самое большое, то куда делся? Мясо-то. Вот она пошла. Сидят за... Заборы сидят там вплотную. У забора вплотную сидят. У забора сел? То есть это умные собаки, очень даже. Намного умнее, чем домашние. Не с нашими мозгами их ловить. Вот они все сидят. Я не того, я тебе говорил, надо успевать, пока эти не пришли. А тут приходят еще как щенок, они бы залезли, эти простые. А эти очень хитрые, они боевые. Все, можно завтра все поедем. Они же поедем, сели, сидят, иди где. Никакого мяса не надо. Они знают, что мне брали с рук. И вот тут что-то делали. Я нашел не то. Да приехал дядька весь с собаками пропахтан. Поднес, говорит, а это тебе чем пахнет? Нет. Стал расширить. Сверху, говорит, пахнет. Давай. Сейчас, подожди.
она не поймет. Потому что сверху уйдет, видишь, какая опасность, как она никогда не боится. А тут боится, на. На, вот она. Да. Гляди. А теперь, если он зайдет туда, как она не закроется же? Закроется, если он потянет за ту. Кого потянет? Этот он не потянет. А ту потянет. Надо вон туда кидать, чтобы он и ту, прям в самый уголок подальше. А. Ну-ка давай. Ой. Ну-ка держи. Он, вон он. Простое дело кинуть в уголок. Пилька под затыну и все. Сейчас можно было бы закрыть руками, давануть его туда. Ну я бы дружу потерялся. Ну, увидел, сколько уже съел. А ту не берет, умный какой, да? Но он туда не заходит. Ну-ка, держи. Вот так. Ой, чего не делает. Видал, умный какой? Ага. Эту взял, а ту нет. Закройте, она испугается, собаки там бегут. Скажет, такая куча выехала. Ну конечно, закрой. Ты-то зачем? Выйди, зайди назад туда. Ну зайди, что тебя не видели. Я говорю, зайди. Не пугай собак. Ой-ой-ой. Он так. Ты ж она дверью, блях, и не понимаю, она ничего не понимает это. Ой, вот, видишь, получилось. Аллилуйя. Слава тебе, Господи. Вот Надежда Васильевна пришла, помогала. Она, кому она помогла? Она только отпугнула. Узник совести. А этот-то сидит, смотрит, не бойся. Ну. Вот. А теперь, брат, отдавай камеру Игнатию Тихоновичу. Подожди, что он будет делать? Подожди. Что он будет делать? Отойди, руки убери. Испуганный какой. Надо в машину теперь загрузить. Дайте камеру. Попробуем. Ну-ка. Даст он загрузить. Ну а где вас с машины выпускать будете-то? А? И выпускать когда будете? Да, потом с машины выпустим. Ну-ка давай. Давай, брат. Давай, попробую. Вот, допустим, мы его поймали. Теперь надо его увезти на операцию кастрации. Вот он злой. Теперь мы это мясо. Вот, она, а это может броситься на вас, вот эта маленькая собачка может броситься. Вот, потом надо будет обрезать. Но. Но. Лишилась от товарища. Ничего, ничего, сейчас выпустят тебя, не бойся. Так. Это только урок это какой. Обрежу. Не надо это. Потом обратно сюда принесете. Да, вот раз. И вот это вот закрывать надо обязательно. Ну, вот. А потом вытащите и сюда же принесете, и да. С ним. Потом ее нужно будет вот так вот. Раз. О. Нет, так мы его не унесем, правильно. Надо вот так вот его. Ноги не сломайте ему. Оп. Ладно. Непонятно, зачем крутил ты ее. Да чтобы не открылось. Так, сейчас я его... Но, хорошенький собачка. Вот он лег уже, смирился. А это его подружка бегает. Она, видишь, за него беспокоится-то. Они все время вместе. Они самые смелые, всех собак обижают. Но они со мной в КГБ ходили, в ФСБ. Сели там у калитки-то, а там ограда, и никого не пускают. Ну вот, а тот пошел, Черныш. Потому что он боится... Ну-ка, давай. Сейчас я отрежу. Вот. И я еще хотел ручки сделать наружу, чтобы когда его унести, он не покусал. Это не тебе не будет. Ну-ка.
пальцы-то он укусит там. Надо браться так, чтобы с ним не играй. Надо взяться так аккуратнее, с самой плотной пальцем. Ну-ка. Хорошо. Давай. Вниз нельзя то и делать широкие это. Он ноги там поломает. Ну-ка. А, сейчас я на эту поставлю, сюда заноси. Ага. Так. Раз. Два. Катим. Ну-ка. Она у тебя не войдет. Войдет она. Еще поди. Палка там мешает это. Ну ладно, ладно. Все. Оп. Ну все, вытаскивайте. Все. Давайте. Благослови, Господи. Вытаскивайте его. Вытаскивай. Ну, давай сюда, пошли. На, снимай. А, ты это... Иди сюда, пошли. Вот он, молодец. Давай, пошли, хорошие собачки. Ну, давай я им дам за это поесть. Ну, ты надо, держи, сейчас снимаешь, что ли? Все, 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 давай. Ну, она рада так как-то, рада так как она. Мне понравится, они будут сами в клетку. Она не верит даже, что он вернулся. Ой, 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 хорошенький такой, вот. Ну-ка на. Ну, что ты долго возишь, это не пойму. Давай сюда, давай. Пойдем. Ну-ка, подожди, подожди. Подожди, мои собачки. Получилось, да? Да, на этом вот, на этом это ролике. Это надо будет порезать. Резать не умеешь ролики? Да нет программки у меня этой, ну. У меня есть, приедь ко мне. Соедините, это самые интересные моменты. Да. Это с черным, короче, со всеми. Допустим, попытка первая неудачная. Как попало? Да мы же неудачно не делать. Мне надо рекламный сделать ролик. А, ну да, там надо, кстати, это. Я не первый раз неправильно прищепку сделал. Мне Игнатий Тихонович подсказал, надо, чтобы. Ну как? Эксперимент можно считать почти состоявшимся, да? Ну, да. Первый блин не ком. Да, туда дальше. Что-то хорошо, что-то я понял точно. Это я. Порванное звено. То есть. Вся хорошая там, где ты не касался своей рукой. Где ты начал делать, что тут у тебя звено плохое. Это-то не ты делал, что тебе похвала-то какая? А то жалуется, говорит, девушка женился как ангел. Говорит, женился, стала как нет, ведьма. Это, кстати, вот эта конструкция не моя. Это вот у меня товарищ... Сделай другую. Другую. Ну, она работает? Ну, конечно. Работает, просто ее надо... Ну, да сейчас. Но они пришли, вот они не боятся, их не тронули. Это наши собаки. Сюда не вздумай ловить, приехать. Я их натравлю на тебя тогда, всех собак, и куша будет. Да лови в другом месте. Нужны. Наших собак не лови, они хорошие. Это мои друзья. Сейчас вот еще. Брат, иди сюда, это. Нам все, снимать больше нечего, нет, да? Нет.